Глаза широко открыть, постараться не моргать. Традиционным заседанием Президиума Госсовета это назвать сложно. Депутаты решили на себе проверить, что такое Центр здоровья. Таких в республике 7. 5 в Ижевске, по одному в Глазове и Сарапуле. Функционирует уже несколько лет, но до сих пор очень маленький процент населения об этом знает. А жаль, говорит главный врач Гульнар Сагдеева. Здесь можно получить практически индивидуальную программу оздоровления. Люди должны узнать, что такое факторы риска. Вот акцент сделать на это, потому что это такие состояния, которые действительно позволяют заболеванию не прогрессировать, если их вовремя подкорректировать. Узнать, есть ли угроза здоровью, можно после компьютерной диагностики. Причем все бесплатно. Врачи особенно радуются, когда пациентов на обследование направляют работодатели. Вообще центры здоровья должны быть в каждом районе, в каждом городе. Может, даже должны быть и семейные центры, куда может человек прийти, не просто женщина, мужчина, мама, папа, но прийти всей семьей с детьми, обследоваться и получить программу дальнейшую на здоровый образ жизни. А для этого центров по республике должно быть больше. Да и работу их надо систематизировать, уверены депутаты. Возможно, разработать программу по предприятиям и изменить режим, чтобы люди успевали проверить здоровье после рабочего дня. Надо и дополнительное оборудование, и пропускная способность должна быть больше. Вот пока вот сегодня возможность этого учреждения принимать всего лишь 35 пациентов. Хотелось бы, конечно, чтобы больше. А главное, надо, чтобы о работе центров узнало как можно больше жителей республики. Депутаты уверены, если будет воспитываться ответственное отношение к своему здоровью, претензий к медицине станет гораздо меньше. Елена Галимуллина, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».